Мама Дзидун, большой шалун. Он до сих пор не прочь кого-нибудь потискать. Заметив слабину, меняет в раз жену. И вот недавно докатился до артиськи. Он махудал, он похудал. У ей открылся темперамент слишком бурный. Не баба-зверь, она теперь вершит делами революции культурной. А ну-ка встаньте, дзянь, а ну талмуд достань. Уже трепещут мужнины враги. Уже видать концы, жена Люшао Ци сломал две свои собачьи ноги. А кто не чтит цитат, тот ренегат и гад, тому на заднице наклеим дацебао. Кто с Мао вступит в спор, тому дадут отпор, его супругу вместе с другом Линем Бяо. А кто не верит нам, тот негодяй и хам, а кто не верит нам, тот прихвостень и плакса. Марксизм для нас азы, ведь Маркс не плыл в Янзы, китаец Мао раздолбал еврея Маркса.